Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. На прошлой неделе по календарю была пятница 13-я. Но это не так страшно по сравнению с сегодняшним днем. Ведь сегодня концерт экономического факультета. Олег! Мы очень рады вас всех видеть. Не уходите, пожалуйста. Ты что такое говоришь? Я пошути. Тоже мне шутник нашелся. Ты чего людей пугаешь? И причем не словами, а своим присутствием. Вообще-то сейчас перед тобой стоит финалист Самарской региональной лиги КВН! И что? Ничего, просто хотел напомнить, что мы в финале. Кстати, нужно бесплатные билеты разыграть, пока не поздно. Ты мне скажи, ты где был? Их еще в самом начале разыграли. Как разыграли? Я вообще-то хотел сесть и выиграть. А ничего то, что ты на сцене выступаешь? Не забыл? Вообще-то я хотел выиграть билеты для своей любимой девушки, которой у меня нет. Я пошутил. А вот сейчас ты действительно не пошутил. У тебя реально нету девушки. Ну да, ты права. Кстати, Даша. Нет, Олег, я не буду твоей девушкой. Почему? Ну, ты не в моем вкусе. Что? Я не на твоем курсе? Хорошо, переключусь на первокурсниц. Итак, встречайте испанскую жаркую песню. Дорогие зрители, к сожалению, связь с Испанией у нас прервалась. Приносим свои извинения. Даша, а ты готова слетать со мной в Испанию? Нет, Олег, Испания — это слишком банально, заезжено. Ну, и надоело. Почему? В Испании вообще-то играет самый лучший футболист мира – Лионель Месси. Олег, да ты бредишь. Лучший футболист мира – это Пеле, и он из Бразилии. Ну да, ты права. Тогда специально для тебя наши гости из Бразилии – самба! Desde hacer el bien al mundo.